Я вас не знаю, кто вы. Я вас не знаю, кто вы. Я вас не знаю. А почему не все кричат? Это же так приятно, стоя на сцене, кричать то, что давно хотел. Точнее, на, в зале, на сцену. Ну, не стесняйтесь. И кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю, кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю, кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю, кто вы? Готовы? Каждого потом пройду и спрошу, кричал или нет. One, two. Ты должен быть политически активным, ты должен быть показательно спортивным, ты должен быть в каждом рейтинге повыше, ты должен быть на растяжках и афишах, ты должен жить с плаката улыбаясь, ты должен жить успешно продаваясь, ты должен быть открытый всему миру, ты должен быть веселым и счастливым. Что вы? Я вас не знаю, что должен им лицемерно улыбаться, ты должен ими неустанно восторгаться, ты должен радостно принять от них награду, ты должен делать вид, что это тебе надо, ты должен пить, когда они пируют, ты должен выть, когда они горюют, ты должен чуять, что им интересно, ты должен знать, сука, свое место. Теперь немножечко Pink Floyd. Друзья, мы разработали новую систему. Я надеюсь, что Дадарио у нас купит лицензию. Мы с Саней придумали новый аналоговый биологический дилей. Дилей, дилей. Раз. Два, три, четыре. Он скреатин. Спасибо большое, дорогие друзья. А сейчас мы уступаем место новой группе, которая покажет, что такое настоящий драйв. Спасибо, спасибо, Дадарио.